рамках презентации Тверского этапа международной социально-культурной программы «Народы БРИКС выбирают жизнь» делегация из Москвы и Индии посетила Тверской ботанический сад. Он единственный в мире в умеренной зоне с живой коллекцией махообразных и уникальный в своем роде во всем Верхневолжье. Объект историко-культурного и природного наследия – памятник археологии. В саду представлено около 400 видов деревьев и кустарников, более 3000 травянистых растений. Организаторы и участники программы посадили яблоню, любимое дерево Льва Толстого, и запустили в небо белых голубей в знак дружбы молодежи стран БРИКС. В этом процессе активное участие принял и заместитель министра просвещения Российской Федерации Денис Грибов, а также руководитель программы «Народы БРИКС выбирают жизнь» Людмила Сикачева.